Очередная коронавирусная волна все еще сохраняет свою силу, о чем свидетельствует высокое число зараженных в Краснодарском крае. Какие меры следует принять, чтобы обезопасить себя от серьезного заболевания? Лучший способ его избежать – своевременно сделать прививку. Как известно, есть пункты вакцинации. В учреждениях здравоохранения работает специальная медицинская бригада рядом с центральным рынком. Отлично, когда у людей есть возможность вакцинироваться на своем предприятии или в организации. Запись на вакцинацию от коронавируса ведется и в Славянском кинотеатре «Кубань». Вы можете лично прийти в здание кинотеатра по улице Красная, 52. Доступна и запись по телефону. Мы побывали в кинотеатре в четверг, в прививочной день. Администрация Кубани постаралась создать необходимые условия для успешной вакцинации. Людям очень удобно вакцинироваться именно у нас. Мы вакцинируем всего лишь один раз в неделю, это по четвергам. Хотя есть такая возможность, что мы предпосылки о том, что мы будем вакцинировать еще и по пятницам, потому что люди довольно-таки охотно идут на вакцинацию. Ну, наш коллектив тоже полностью вакцинирован. Еще в августе месяце закончилась вакцинация 100%. А мы с удовольствием предоставляем наше здание для вакцинации, потому что это надо для людей. Проведение прививочной кампании в кинотеатре идет с конца октября и очень востребовано у славянцев по причине своей доступности. В этот четверг на вакцинацию записались 67 человек. В основном это люди среднего и пожилого возраста, для кого встреча с опасным заболеванием чревата нелегкими последствиями. Мы поинтересовались у пришедших сюда на прививку, как они оценивают эту инициативу. Отзывы были только положительные. Пришел сюда ревакцинироваться, уже делал прививку, не болел, как бы уверен в прививке. Ну и советую делать всем. Прививку могут сделать все желающие при отсутствии противопоказаний. При себе надо иметь паспорт и медицинский полис. Именно вакцинация дает возможность выработать коллективный иммунитет, который и защитит уязвимые группы населения от коронавируса. А это как в интересах каждого, кто заботится о своем здоровье, так и всего общества. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».